Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Дорогие братья и сестры, поздравляю вас всех с наступающим праздником Святой Троицы. Этот день мы будем отмечать в воскресенье, 23 июня. И этот день – престольный праздник нашего храма. И мы в этот день Святой Троицы прославим нашего Господа. И в этот день совершим особенное богослужение, которое возглавит архимандрит Олег Черепанин. В этот день мы будем молиться с вами о самих себе, о своих близких, о всех от века усопших православных христиан, о тех, кто скончался внезапной смертью, без покаяния. Мы будем молиться о всей Вселенной. А перед Святой Троицей, перед 23 июня, будет совершено богослужение, литургия в 9 часов, поминовению усопших, Дмитриевская родительская суббота. Дорогие братья и сестры, приходите в этот день и наполните храм своей молитвой. Аминь.